Итак, дамы и господа, Team Dignity против Team Empire. Третья решающая игра, Red Cold 2 лиги. Visp, Keeper of Light, Visage, Phantom Lancer забанены. Опять странные баны от Empire'ов. Тем не менее, достался им Батрайдер из-за этого. То есть выпустили очень много сильных героев. Сразу же берут Nyx Assassin, сразу же берут Warlock себе. Team Dignitas. Так, ну давайте посмотрим, подумаем, что сейчас здесь можно набирать. Посмотрим, возьмут ли в этот раз Гирокоптера. Empire себя, либо что-то еще интересное придумает. Warlock действительно доминирует эту серию. Team Dignitas очень любит отыгрываться, отобрали у них Empire в первой игре. Показали, что тоже про эту героя знают, что знают про их плейстайл. Тем не менее, уже вторую игру подряд он достается команде Dignitas. Берут опять Queen of Pain, берут Гирокоптера, это значит, что Бэтрайдер, скорее всего, пойдет в хардлейн, либо пойдет сразу же в лес. Берется Гирокоптер. Пик Бэтрайдера дает понять, что если Team Dignitas даже соберут очень агрессивный, очень мощный трилейн, придут драться, Бэтрайдер будет один на один тогда стоять на хардлейне спокойно, и там он, в принципе, сможет даже убивать. То есть надо брать такого персонажа, который будет переживать это все. В принципе, доступен Dark Tier, можно его сейчас взять. Team Dignitas. Можно это все продумать, а потом уже добрать свой трилейн. Минута у них остается. То есть, в принципе, можно брать трилейнера какого-то сильного, либо хорошего саппорта, но Dark Tier тоже не помешает. Ну, в принципе, Warlock может меку собрать. То есть, в том плане, что Dark Tier обычно делает очень быструю меку, без проблем фармится, либо в лес уходит, либо просто на лейне стоит, обжигает шариками своими эншелами. Здесь роль сборщика меки будет выполнять Warlock, то есть можно на оффлейн брать, в принципе, любого другого персонажа, то есть уже не так критично. То есть можно даже Магнуса какого-нибудь придумать, Магнуса отправить и воевать с Бэтрайдером, самим пойти драться с Гирокоптером. Берут Шадоу Демона. Достался им хороший Дизеблер. Сразу же Dark Tier уходит в бан, про это, видим, тоже думал Габлак, что если пойдут воевать Team Dignitas, будет не очень сильный лейн с Dark Tier. Dark Tier спокойно будет фармить против Бэтрайдера, но и Бэтрайдер его навряд ли убьет. Так, ну надо банить Team Dignitas, раз уж Dark Tier не получилось. Два саппорта здесь осталось, у самих есть два саппорта, вот они как раз решили, что лучше все-таки добрать себе саппортов, врагам потом все перебанить просто-напросто. То есть надо банить Бэйна, надо банить остальных неприятных товарищей. То есть это Бэйн, это Рубик, это Undying, вот он Undying. Магнус можно вспомнить. Ну, Магнус, само собой, саппортом можно вписать, но будет не так интересно. Посмотрим, сделает ли это Empire. Так, ну Empire понимает, что Магнус лучше все-таки забанить. Не вписывается ни в какие авантюры. Как-то я это уже сгоряча сболтнул, скажем так. То есть Магнус надо банить, иначе он пойдет воевать против Бэтрайдера. В принципе, тоже от него будет более-менее убегать с Кьюером. Само собой, может Бэтрайдер хорошенько на нем насталкивать, стики напалм, просто догнать, убить, откинуть флеймбрейком. Вместо этого банит лайфстиллером. Вместо этого целится по трилейнерам. Они понимают, что здесь Nyx Assassin, Shadow Demon придут воевать, если Team Dignitas, будет очень больно. То есть здесь пока что трилейн не сформирован, сейчас им хороший саппорт всех перебанит Dignitas. И надо убойную силу исключать с драфтом. Лайфстиллер бы просто поедал саппорт, как только Shadow Demon накидывается. Дает Disruption, потом сразу станут Nyx Assassin и Monoburn. И Лайфстиллер замедляет, доедает, что осталось. Подбанили Фуриона. Как-то не уверен, куда бы он здесь уже вписался. Тем не менее, Team Dignitas так вот придумали. Последний бан Empire. Посмотрим, продолжат ли они по трилейнерам. То есть есть еще какой-то соло персонаж. Можно вспомнить сейчас именно про Магнус, но Лайфстиллер забанили, кто еще может быть из противников? Может быть Луна, можно про нее вспомнить. Луна одно время очень трендовый герой был, но теперь уже все реже и реже, видимо, в драфтах забанили андроида. Ну и команда Dignitas, надо потратить последний бан. Как-то вот
не понимаю, зачем они забанили Фуриона, раз что рассчитывали, что саппорт Гирокоптер будет, но даже если так, то здесь все равно не собирается такой картины, где бы мог участвовать Фурион из этих трех героев. То есть здесь эти три персонажа, это три, собственно, лейнера, а остальные два саппорта. Вот берет сразу же Бэйн, забанили здесь Рубика. Бан Рубика, значит, что сейчас будет браться Магнус. Либо какой-то еще персонаж с большим ультимейтом. В принципе, большой ультимейт уже есть, то есть бан Рубика уже был оправдан. Кого-то Коферинг воровал бы Рубик, было бы очень-очень неприятно. Особенно, когда Варлок насобирает свои агонимы. Увидеть ответных големов. Никто бы не хотел. Так, ну надо показывать своего оффлейнера, либо показывать трилейнера. Времени здесь всего полминуты, то есть надо Team Dignitas как можно быстрее уже показывать, что у них в планах. Остается 15 секунд. Так, ну здесь варианты, в общем-то, Магнус. Можно попробовать Луну взять. Будет трейлинг с Луной против трейлинг с Гирокоптером. Ну, это вроде более-менее всем привычно, как минимум. Берут Свена. Вот это уже интересно. Трейлинг со Свеном. То есть будет кидаться Disruption, сразу же после него два стана. С два стана вполне любого саппорта заберут, да? Еще не факт, что получится это. Берут Луну. Вот это уже интересно. Так, как это все расставить по лейнам теперь? Надо подумать. Видимо, опять саппорт Гирокоптер. Других вариантов, собственно, нет. Бэтрайдерс, Queen of Pain. Сейчас выберет, кто на мид, кто на хардлейн. Скорее всего, на хардлейн все-таки Queen of... все-таки Бэтрайдер. Queen of Pain пойдет на мид, само собой. Так, ну и Дигнитас надо добирать своего Магнуса, либо кого-нибудь там еще придумали, скорее всего, именно Магнус, учитывая, что Свен уже есть. Окей, nevermind. Берут Рейзера. Разором. Ну, как-то очень мне интересно посмотреть. Уже они брали Рейзер, в принципе, они с ним выиграли даже игры против более-менее известных команд. Было это достаточно давно. Сейчас... будем смотреть, как все будет разворачиваться. Так, сторона Raising, сторона Empire. Standing Open на Queen of Pain, Silent на Бенни. Blue Brain на Луне. Саппорт Гирокоптер. Габлак, ну и скандал на Бетрайдер летит уже на топ. С этой стороны пошли воевать. Здесь сразу было понятно, что пойдут воевать, идут. Test of Time. Shadow Demon. О, D1000 на Разоре. Иниорс, Никс Ассасин, Фог на Варлоке, ну и Витус Экс на Свене. Заходит во вражеский лес. Сейчас там найдут Гирокоптера. Есть Disruption, между прочим. Здесь скачается стан, если что. То есть, если Гирокоптера найдут, он может и помереть. Он аккуратненько ходит из деревьев, высовывается. Вроде бы видел уже Shadow Demon. Если честно, не уверен. Ждет подмогу. Выходит Shadow Demon, кидает Disruption. Вкачивается сразу стан. Постанет получится Бэйна. Бэйна подстанили. Летит в него Штормхаммер, но это First Blood гарантированно. Здесь уже ничего не сделалось. Получает First Blood. Здесь урон с плазмофилдом. Штормхаммером хватило. Варлок даже в качестве ничего не стал. Просто пришел, получил опыт. Пострелялся немножко. Ну и пересобирает обратно лейны. То есть здесь остается, видимо. Так, давайте посмотрим, кто здесь остается. Саппорт Свен, Никс Ассасин пойдет ставить соло. Судя по всему, да, действительно так и есть. То есть Варлок идет на мид, Никс Ассасин идет на хардлейн. Точнее, на сейфлейн, на свой хардлейн. Это для скандала. Ну, здесь Свен плюс Shadow Demon плюс Razer. Сейчас скоро появятся новые плазмофилды. На третьем уровне уже будет достаточно больно. То есть здесь максимальный урон станет 230. Очень большой скачок на втором уровне. Этим надо будет пользоваться. Само собой, максимальный урон. Это если прям краешком заденет. Минимальный урон всего 100. Пытается мешать Луне фармить. Луна, тем не менее, одного крипа уже добила. Здесь ходит Бэйн с Гирокоптером. Планирует что-то делать, судя по всему. Надо дождаться, когда у Луны появится третий уровень. Пока что лучше не высовываться. Луне надо стоять аккуратнее. И можно потерпеть даже без фарма некоторое время. Лишь бы не погибало здесь. Приходит Гирокоптер, показывает, что ну нападать не надо.
И все самое интересное, у нас будет нейтральный скандал. Два стака на Юниверсе, в Юниверсе один крип, два крипа в скандал, но здесь только пришли крипы, только начали их убивать. На пейн два крипа в Фогден, три крипа два Деная, тратит уже Сарва. Queen of Pain здесь на лоу хп, Queen of Pain с дебафом, однако дебаф сейчас пройдет, осталось у нее Сарва, сейчас отопьется. Она отпивается через Fatal Bones, Fatal Bones не снимает Сарву. Как не снимает Сарву и, собственно, Shadow Lord. Так, здесь все более-менее смелые. Второй уровень Луны, саппорты пока еще первые. Лейн запушился из-за того, что Луна так активно фармила. Здесь у Луны скоро появится ботинок, вот надо до этого момента дожить. Как бы сейчас кого-то не нашли, Бейн сходил, поставил вард. Здесь воюет летучая мышь против жука. Ну, Луна, в принципе, неплохо стоит, учитывая, что у нее есть хардлейн. Как-то мне... Так, вот отсортируем. Как видно, Луна на первом месте по фарму. Несмотря на то, что к ней пришли агрессивный трейлейн, агрессивный трейлейн стоит, ничего не сделает. То есть здесь 6 крипов добил Рейзер. Это, конечно, замечательно, что он здесь стоит, фармит. Такое чувство, что весь этот трейлейн собран был исключительно для того, чтобы давать соло экспириенс Никс Ассасина. Никс Ассасин, само собой, уже 4 уровень. Но рано или поздно, сейчас уже Луна получит скоро свой 3 уровень. Ботиночка она уже купила. Второй появляется гирокоптер. Второй у Бэйна. У Бэйна есть брейнсап. Не нашли они здесь обсервер, то есть поэтому с отпулами у них так не получается. Гирокоптер сходил. Отошел, спрятался, апгрейнул курьера. Так, штука летит, скандал, прилетает бутылка, скандал отпивается. 5 стаков, между прочим, на Юниверсе, его можно добивать. Скандал отлетает дальше. Продолжая стакать, 6-й стак появляется. Ну, теперь набраться на Юниверс. Сейчас дадут команду, что надо трилейном убивать, однако трилейн не дотянется. Получается стан-скандал, 8-й стак, ну и само собой, уже никуда не деться. Спайт Карпс прожал, вроде пытался как-то выжить, но погибает. Так. А почему не первая смерть? Так, кто первый умер? А, первый ферстблад забирали, точно, на Бэйн, как-то я совсем забыл этот факт. Так, ну и ладно. Продолжают здесь стоять на трейлейне. Здесь можно принести еще одну пачку сентри вардов. Здесь делаются стаки уже. Луна. Не то чтобы стакать, но тем не менее пытается фармить. Можно даже и немножко потанковать. Ей фарм очень важен. Ранний опыт, что... Чтобы они не упускали опыт, пока они стоят, смотрят, как враги убивают крипов. Кинофейм воюет с Варлоком. На Варлока кричит. Варлок на лоу хп. Бэтрайдер включает хейст, пошел догонять Варлока. Знает, где он. Влетает Queen of Pain, добьет. Добивает. Прилетел скандал. Скандал здесь уже не нужен. Луну вроде бы видели вардом. Понимаю, что фармится там лес. Так, здесь Disruption. Disruption на гирокоптера. Сразу же получается он AOE 2000, но тем не менее гирокоптер само собой погибает. Килл достается Свену. Скандал возвращается. Вот он на хейсте бежит. Прогоняет просто Юниверс от фарма. Queen of Pain бутылку отправляет на базу, получает ботинок. Так, ну вот Луны, скоро будет третий. Все еще второго уровня, это проблема. То есть здесь третий уже Рейзер, третий и Свен, Свен второй. Штормхаммер кидает Disruption, а Disruption кидает... После Disruption он будет кидать Штормхаммер, тем не менее прицепился. Здесь Разор просто на удар убивает одного. Добить надо другого. Стреляет Бэйна. Бэйна убивает Свен. Разор высыл 56 урона, в общем-то, Луну без проблем каких-то добил. У Эмпайр пока что проблемы с трилейном. Вроде бы стояли очень пассивно, но тем не менее, из-за того, что здесь не сняли вард, вот если бы здесь вард сняли, здесь все было просто замечательно. То есть, сходили, сделали аккуратно отплыл так, чтобы не подавили саппорта здесь. Даже если подловит саппорт, Луна получала соло опыт, она приходила здесь с Люсен Бимом, сильно подбивала кого-нибудь. В итоге вышло так, что этого не вышло, не получилось просто-напросто. То есть Луна уходит в лес куда-то. Она пытается, убивает Урса Вориев, вводит туда-сюда. Хабер Смашеров, точнее. Гирокоптер оставляет на соло-опыте. Он третий получил. То есть, когда набрасывается на Луну, она была еще второго уровня, как все саппорты. Было преимущество по опыту, но и за счет этого... Дигнс с трейлейном более-менее выиграли, начинает ромить.
нашел иллюзии. Свен пошел смотреть, что сделает Луна. Луна сделает стаки. Свен Луну находит, но не догоняет. Луна с ботинком. Ну и Бэй начинает хранить скандалы. Скандал от Транквилл будет есть бутылочка. Можно обеспечить ему спокойный фарм, дождаться, пока появится у него Блинкдаггер. Из леса вытесняют немножко Луну. Луна вынуждена идти на лейн. Расставляются дополнительные варды, блокируют все. С этой стороны вард смотрит, что будет происходить с хардкэмпом. Так, на меде приходит Юниорс. У меня была Вендетта из-за угла. Шторм кидает Штормхаммер. Шторм Свен. Сразу же Фог кидает сон, но и надо пробовать убивать. Хватает его, тем не менее, дистрапшн на Шадоудзена. Шадоудзен уже тоже успел прийти, но и здесь роняет голема на скандал. Скандал надо добить, попробовать. Скандал влетает через клифф. Бэйн даже успел доесть Варлока. Варлок, тем не менее, убивает голема Бэтрайдера. Голем бьет Бэйна. Бьет и Гирокоптер. Гирокоптер наплохо попросил. Летит ракета за Юниверсом. Ну, пошел смотреть Сайлент, как далеко там бежит. Не к Сосайсе, но бегает действительно далеко. Приходит уже Queen of Pain. 4-6 уже счет. Queen of Pain. За пару ударов, вот КП совсем не остается. Два удара делает голем. Если прокнет Flaming Fist, то пиши пропало. Отпивается последний Сайлент Луна. Реген на этом заканчивается. А, 2000. Power Threads есть, есть. Ринга Базил скоро доделает Magic Wands. В общем-то, неплохо живет. Покрикит на Варлока. Варлок дебафает ее противную с пламя. Так как-то сбилась сортировка. Как видно по нетворсу, первый Рейзер. Разор. Я произвольно его называю по-разному. И Скандал понимает, что на лейне поставить вряд ли получится. Скоро начнут перемещаться агрессивно саппорты. То есть здесь Никс Ассасин постоянно в Индейте теперь ходит. Никс Ассасин вот выслеживает как раз Луну. Луна все еще четвертая, то есть до Эклипса там еще очень долго. Луна здесь так, вот она пытается убить. Прилетает и Бэтрайдер, поджигает здесь хардкэмп. Бэтрайдер надо как можно быстрее получить Блинкдаггер, иначе как бы в игру Empire совсем не вернулись. Стоят смоки все втроем. Два станера, один дзеблер. Как только кого-то увидит, сразу начнут его убивать. Вопрос лишь в том, сколько людей они увидят. Скандал есть ультимейт. Нет, ультимейта до сих пор Луны, она только пятый получила. Находит хейст Бэтрайдер. Так, приходит. Приходит Ice of Time, кидает кого-то дисрапшн. Это был Гирокоптер. Получает в ответ Найтмар. Хватает, тащит Никс Ассасина. Пролетает Queen of Pain, начинает все поправлять. Уже убили Никс Ассасина, добивать надо Свена. С хейстом летит скандал, Свена добивает. Бегает Разор, надо успеть в него попасть. Попадает в него флеймбрейком, пострелит, летает Queen of Pain. Получает даблкилл. Добивает Бэтрайдер Shadow Demon, ну и надо убить еще и Варлока. На Варлоке два стак, летит за ним ракета, танкует скандал. Спокойно танкует, Queen of Pain пролетает, но уже килл достался скандалу. Минус 4. В общем, вовремя прилетела Queen of Pain, замечательно все поправило. Без нее урона просто не хватило, также получилось все просто здорово. То есть Shadow Demon выходит, а здесь четверо человек. Он не понимает, что делать, кидает произвольную цель в Disruption, и, ну и начинает медленно умирать. Никс Ассасин хватает, тащит. И там уже пошло-поехало, здесь был Сентриварт. Нет, Сентриварт был Дайров, то есть Никс Ассасин, в принципе, мог прожить Вендетту. Вендетта, по-моему, у него была в кулдауне. Вот он ее потратил просто на то, чтобы бежать, судя по всему. Его уже нашли. Ну и сразу же Луна получает опыт. Сейчас там получит 6 уровень. Транквилл Бут у нее уже есть. Сейчас стопьется, более-менее стабилизировалась. То есть есть Эклипс, надо сходить на базу, подлечиться. Телепорт есть, если что, вернется. Дигнеты здесь поражали щиточек. Какого щиточек, давайте посмотрим. Рейзер собирает меку. Сам затанкуется, будет отхил, в общем-то, неплохо. Вопрос лишь в том, кто будет с таким монополом все это вязать. Там мека достаточно дорого по мане стоит. Посмотрим. То есть здесь 125 плазмофилд, 100 ультимейт. Пару плазмофилдов можно дать за драку, учитывая, что 14 секунд всего кулдаун. Монопол здесь весьма жизненький, даже 400 маны нет. Ну, неважно, прожмет как-нибудь, догадается. Прожмет стик, если что. Расставляется варды. Свен ударил кентавра, прогнал. Кентавр как-то не по пути заагрился. Так, Луна, кого находит? Находит Никс Ассасин, ну и находит свою смерть по пути. Видел с центровардом, что идет, ползет с Вендеттой.
прожала свой ультимейт, надеялась кого-то убить, вместо этого погибает сама. Килл достается АО 2000. Скандал почти 2000, то есть надо добить ему 3 крипа. До блинкдаггера крипов не дает Queen of Pain. Queen of Pain убила всех крипов. Скандал в грусти, отходит, надо идти в лес. То есть надо убить этот стак. Этот камп можно даже по стаку подождать. Чтобы гарантированно был блинкдаггер, купить еще им. Телепорт, в принципе, телепорт уже есть, то есть осталось всего ничего. 100 монет. Очень быстро он нас дефармит. Так, выходит на мид, потому что откатился голем, значит, надо воевать. Каждый раз, как голем в откате, то есть как только появляется ультимейт Варлока, можно будет по одной вышке запушивать. И сейчас, если кто-то придет драться, он будет гарантированно погибать. Пытается обмениваться из-за этого Queen of Pain на топе. Перепрыгивает вышку, понимает, что если кто-то приползет, будет неприятно. Тем не менее, все стояли на миде, всех было видно. Все 5 крестиков на карте. Так, ну вот он, скандал с блинкдаггером. Вопрос лишь в том, сделать ли он что-то. Луны. Очень долго еще не будет эклипса. То есть сейчас, если кто-то будет пытаться вбегать, все равно дроп на голема. Вот это проблема, что-то надо придумать по поводу Варлока. Продолжает скандал. Накидывает на всех. Стик напалм, 5 стаков, между прочим, на АО 2000. Можно было попробовать его выцепить, но тем не менее его охраняет. Все команды, вот он очень медленно перемещается, тем не менее отходит. Unstable card пока что не вкачан, пока что он не замедляет юнитов, которые таргет СПЛ на него использует. То есть, в принципе, если бы скандал влетал, тащил разор, он бы сразу же замедлялся от пассивки, если бы она была вкачана, но скоро появится, это не проблема. Аркейн будет. У Shadow Демона здесь находится реген. Зачищается джунгли. Ну, в общем-то, пока что, несмотря на то, что оступили здесь, когда они заходили, Дигнитс выглядит весьма сильным до сих пор. То есть по карте у них весьма все неплохо. Карта как-то вот так вот поделилась даже. Просто пополам. В этом лесу фармят Дигнитс. Здесь фармит гирокоптер, ходит. Ну и встречается на меде. Сейчас что-то будет. Приходит Shadow Demon. Queen of Pain сразу бегает, улетает сразу блинкдаггером Бэтрайдер. Тауэр пока еще не денайбл, то есть можно будет потом добить. Герокоптер же с Queen of Pain пошли пытаться подпушить тир 2 тауэр, переманить их на топ. То есть прилетает Юниверс. До винда это 8 секунд, можно будет перетянуться, здесь просто убить их товарищей. Само собой все понимает прекрасно, что с мида пропали люди, надо уходить. Поставили обсервер. Так, нет, обсервер здесь уже стоял, такой звук, просто как будто вард поставили. Нет, все варды старые. Не приходит Дигнит, само собой здесь никого нет. Вот видит Queen of Pain Universe. Один он ее не убьет. Так, сбить надо телепорт, забивает телепорт. Заставил потратить ей золото. Прыгает Queen of Pain, а здесь Свен. Свен, дотянется ли? Бежит со своим варкраем, Queen of Pain прячется в лес. Успевает спрятаться, то есть не полетел Штормхаммер, по пути отбивался еще бутылкой, как мог. Луна продолжает здесь фармит. Ну, пока что по нетворсу Луна очень даже далеко. Ходит Рейзер в своей невидимости. Бэйн добил здесь все-таки вышку на лейне, но приходит убивать Луну. Приходит Свен, включает Статик Шторм. Нет, не Статик Шторм, называется Статик Линк. И от Луны ничего не остается. Плазмофилд, ультимейт, Айзенстром. Смоки идут спасать. Спасать уже нечего, тем не менее можно попробовать подраться. Влетает скандал, влетает, хватает Свена. Свена надо убивать, но идет прокаст от гирокоптера, убили обоих. Замечательно убили двоих. Приходит юниверс, прожимает свою вендетту, но уже никого не догнать, скорее всего, Queen of Pain прыгает. Хороший размен получился для Эмпайра, они потратили немножко времени, тем не менее, за Луну отомстили, убили всех ее обидчиков. То есть здесь все и саппорты, и как бы все остальные просто наполучали опыт, и это очень важно. То есть за каждый килл надо меняться. Смотрим график, 5000 в рейдинг преимущество, то есть несмотря на то, что вроде бы 1-8 по киллам, тем не менее по вышкам... Так, давайте посмотрим. Нет, по вышкам тоже одинаково. То есть
У Empire все не так плохо, хоть их здесь чуть было не продавили Тир 2 Тауэр у них, но пока что Warlock прекратил свою агрессию, Warlock решил, видимо, собирать свой гоним дожидаться 11 уровня. Пока одиночные киллы искали на лейнах, уже потеряли все преимущества. Dignitas. Так, кто находит? Кидает Disruption Гироковтера. Дропает на него големы, ну и, в общем-то, здесь надо всем бегать. Попрыгает скандал из-под плазмофилда. С големы сейчас пойдут пушить. Все этого ждут. Луна 8-го. Вот она куда-то побежала. Луна побежала отпушивать топ, судя по всему. За ней перетягивается весь склад Dignitas. Луна понимает, что уже надо отходить. Теперь здесь пушить надо Бэйна. Middle Tower under attack, однако на Middle Tower не пошли, понимая, что есть Tier 1 Tower, его надо добивать. Полетает оранжевый, это Бэтрайдер. Блинк Дайгер есть Эклипс Луны. Сейчас полетят все остальные, там пока что прожимает Fortify, пытаются добить. Так, летает, потащил Юниверса, летит Штормхаммер, ну и раскастовывается. Queen of Pain, 10 секунд ультимейт, его, что ультимейта нет, это очень плохо. Держит Финсгрипп Свена. Настреливает Гирокоптер. Сам помирает в ответ. Фэтлбонс очень сильно все попортили. Находит здесь. Кинули Найтмар на ОД-1000, а ОД-1000 чуть было не убил Луну за это. Ультимейт наконец-то откатился, убили наконец-то Разора. Гоняет Фогда. Минус 4, между прочим, уже сделали. Добивает пятого, минус 5. Неплохо, расконтролили все-таки. Аккуратненько, Эклипс само собой потратили, Queen of Pain хоть летала без ультимейта, тем не менее покричали, просадили саппортов. Свенс с Никсасасином были убиты сразу же. Ну, да, вот Никсасасин уже живой, он ходит, ищет кого бы добить здесь, в Вендетте. Понимаю, что добить навряд ли кого-то получится. Ну так, таким образом, скандал скоро появится в форстаф, и ему уже будет не страшно влетать, пока он влетал. Исключительно на Никсасасина. Его сразу же пытались минсануть во всех драках. Свен Брейсер. Свен 9 уровня. В принципе, получает уровень. Скоро он получит второй свой ультимейт. Будет достаточно больно бить. Грит Клифф, само собой, пока не вкачивал. Но если вкачает, будет очень-очень больно. Сплэш дэмэдж. Пока что Свена расконтроливают. Пока что вроде проблем нет. То есть здесь, как видно, уже 10 тысяч по опыту Рейдентов. По деньгам вот все не так хорошо. Вот именно за счет того, что не давали мне фармить. Ее гоняли в первые 5 минут вот, не то что 5, даже первые минут 10, можно сказать. У Луны все было очень плохо. Собственно, из-за того и создавалось впечатление, что Empire обороняется. Ну, в общем-то, действительно оборонялись. Здесь драка повернула все очень неплохо. Здесь сразу видно появилось преимущество по опыту. Ну и потом уже просто по накатанной. Либо менялись киллами, либо вот сейчас полный тимвайп был. Такие дела. Бэйн купил клок. Не нравится ему, что очень быстро погибает. Он погибает там от аура голема и так далее. Здесь приходят все смоки, а уже улетела луна. Хотели, конечно, луну найти в идеале. Никсасасин на Вендетте бежит. Видят они на ботлейне, что здесь происходит. Луна сейчас откатится уже, между прочим, Эклипс. То есть, если набегут, мне рискуют напороться. Приходит Шадоу Демон, его видели крипы. С другой стороны, обходит Гирокоптер. На Гирокоптер набрасывается, начинает играть. Тем не менее, прилетает саппорта. Не успел вот ультимейт дать Гирокоптер. Идет Эклипс. Идет Эклипс, хватает кого-то. Честно, уже не видно кого. Раскастовывается Queen of Pain, ну и Queen of Pain с БКБ прыгает, начинает гонять. Финн с Гриппом держали Рейзера. Рейзера добили уже Никсасасин, гонит Свена. Good game, well played, говорят Dignitas. Два раза подряд они вайпнулись, они понимают, что здесь уже 1015 сейчас будет преимущество. Они просто, ну, даже три раза, можно сказать. То есть первый раз это было здесь вот, как здесь они внезапно вышли из угла. Потом с этой стороны их отлично подбили, когда они пытались запушить. Good game, well played, сразу сдаются, 20-я минута, здесь, давайте посмотрим. Ну, пока что обновилось не так критично, но там сейчас обновиться будет 1015, если даже не больше. По деньгам, конечно, все не так хорошо, но уже Team Dignitas видит, что, в общем-то, ничего вообще не получается, драфт не работает. Решили себя не расстраивать, чтобы больше не фрустрировать, просто сказали, good game, well played, уже все вышли, сейчас упадет трон.
Сейчас подождем, появится табличка. Так, ну и на сегодня, пожалуй, на этом все. То есть я заранее составлял расписание такое, что не так было много матчей. Идет параллельно премьер-лига, но, скорее всего, не буду я смотреть. Надо немного отдохнуть самому. Сам только пришел с работы, ПХ включил каст. Пришлось нам ждать некоторое время. Забанили игру, тем не менее, три матча посмотрели, залью воду на YouTube, спасибо всем, кто пришел. Ну, к сожалению, очень односторонние все три матча получились, но тем не менее, Empire выигрывает серию. До завтра. Завтра напишу, что у нас будет.